Здравствуйте. Перед вами Баташева Фатима Таубиевна, кандидат филологических наук, доцент, замдиректора, ученый секретарь Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. И сегодня я хочу вам поведать о непростой, сложной судьбе Курджиева Тауби Хамзатовича, жизнь которого, как мне кажется, была посвящена одной миссии – миссии побеждать. Перед каждым человеком стоит очевидность собственной уникальности и даже особенности жизни. Это может быть более выражено или менее, более явно или более тонко, но каждый человек принимает себя за нечто особенное. Уникальность каждого человека заключается в разнообразии качеств и выборов, которые он совершает. Совокупность качеств и то, как они проявляются – это уникальная картина. Качества влияют на выборы, поступки и поведение человека к выбору определенного действия. Легендарные люди и ожившие легенды. Когда живые легенды живут рядом с нами, среди нас, мы не осознаем величественность этого момента. Время – величественная и безжалостная субстанция, порождающая героев и злодеев, палачей и их жертв. Прошлое переживается сегодня, сейчас – как когда-то и как будет еще не раз, всегда. Курджиев Тауби Хамзатович. Имя этого человека хорошо знакомо не одному поколению людей, выросших на его историях жизни. И можно смело утверждать, что его жизнь – это уже история. Он родился в древнем карачаевском ауле Хурзок. Семья Тауби Хамзатовича позже переехала в аул Кумыш. К этому времени он окончил Карачаевский педагогический техникум в Микоян-Шахаре, ныне город Карачаевск, и работал учителем. Профессия – одна из самых благородных и мирных. Время было неспокойное, канун Второй мировой войны. Земля содрогалась от потрясений. Тауби Курджиев, молодой человек, совсем еще юноша, добровольцем ушел служить в Красную кавалерию. Был определен в 60-й кавалерийский полк 3-й кавалерийской дивизии. Им двигало только одно желание – служить родной отчизне, сделать ее крепкой, неуязвимой для врагов. Таких патриотов в ту тревожную пору было немало. Вскоре началась война, самая жестокая, самая страшная. Война, противные человеческому разуму и всей человеческой природе события. Так охарактеризовал это явление Лев Толстой. Трагическая и великая история страны, народа. Тауби знал одно – он должен победить и вернуться домой. Настолько сильны были чувства этих парней, они должны были остаться в живых. Надо было отстоять и сохранить отечество. Там, за спинами, их дом, семья. Так они думали. А где была его семья? Ничто не причиняет столько боли и страданий, сколько неуверенность в том, увидит ли он когда-нибудь своих родных. Маму, безгранично любимую, отца с напускной суровостью, сестер, которые в нем, нежно и трепетно любимом брате, видели опору, защиту, надежду на завтра. Война по своей сути явление противочеловеческое, необыкновенная и жестокая эпоха. Тауби Хамзатович свою боевую биографию начал в 1939 году. В автобиографии он написал очень коротко. С мая 1939 по 1946 годы прослужил в рядах Советской армии на разных командных должностях. Последняя должность, исполняющая обязанности начальника штаба 33-й гвардии кавалерийского полка 8-й кавалерийской гвардии кавалерийской дивизии, гвардии кавалерийского корпуса. Он был старшиной эскадрона, командиром взвода разведки, помощником командира 2-го эскадрона в составе 20-го полка 5-й конной дивизии. Западная Украина, бои за Ростов, Великая битва за Сталинград. Сталинград он защищал в составе 3-го конного корпуса. В удостоверении за участие в героической обороне Сталинграда сказано коротко и сухо. Как и надлежит, наверное, военным, гвардии лейтенант Курджиев –
Тоби Хамзатович указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью за оборону Сталинграда. Командир 5-й гвардейской кавдивизии гвардии генерал-майор Чепуркин. Сталинградская битва оставила в памяти людской неизгладимый след. Она запомнилась и Тоби Хамзатовичу Курджиеву. Он был тяжело ранен. Всю ночь он пролежал без сознания на снегу. Когда утром на рассвете, подбирая убитых, санитары подняли его с земли, он застонал. Со словами «Да он живой, вдруг выкарабкается!» переложили на носилки и отправили в госпиталь. Ранение было очень серьезное. Была раздроблена голень, слишком много крови он потерял, и совершенно разорвана была мышца икроножная. Когда он пришел в себя, ему предложили ампутацию. Мог ли он согласиться на нее? Молодой, высокий, красивый, с большими планами на будущую жизнь. Дрогнуло сердце доктора, и было сделано невозможное. В условиях полевого госпиталя ему буквально собрали голень, провели трансплантацию икроножной мышцы, и все обошлось. И он даже не прихрамывал. Говорят, человеческое сердце – кладовая не только тайн и загадок. Добавлю, если сердце, такое сердце руководит умелыми руками, они не только спасают, но и воскрешают, возвращают к жизни. А смысл жизни для него в этот момент был спасение Отечества. Он шел от Сталинграда и Праги до Берлина и Праги через всю Европу, участвуя в освобождении Венгрии, Румынии, Австрии, Чехословакии. И на всем этом пути сколько их друзей он потерял. Трагедийность времени и в гибели людей, и в невозможности эту гибель осознать. Они, мальчики, мужали на глазах от боя к бою. Так они становились мужчинами, способными на самые решительные действия и самые благородные поступки. Он был одним из них. В образе жизни воина кроется сила, которая позволяла им жить и воевать, и отвоевывать каждую пять родной земли. Говорят, насильно мил не будешь, так и жизнью, тем более с военной. Но от чего горит сердце, это и дает поддержку и опору на трудном пути достижения. Со мной согласятся все, кто помнит этого прекрасного человека. На его груди сверкали орден Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, орден Красной звезды, боевые медали за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта, за взятие Праги, за взятие Вены, за победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Приказом Верховного Главнокомандующего Тоби Хамзатовичу были объявлены благодарности. 1944 год, от 9 декабря. За владение городами Балаш-Адьяр, Мат, Нуград и Асот важными опорными пунктами обороны немцев на Будапештском направлении. 20 декабря. За владение крупным промышленным центром Венгрии города Дебрецен, важным узлом коммуникации. 45 год. 30 марта. За форсирование рек Грон и Нитра, прорыв обороны немцев и освобождение городов Новые Замки, Шураны, Врабле с сильными опорными пунктами обороны немцев на Братиславском направлении. 31 марта. За владение городами Нитра, Галанта и форсирование реки Ваг важными узлами дорог на путях к Братиславе. 4 апреля. За владение промышленным центром и главным городом Словакии Братислава, крупным узлом пути сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. 5 апреля. За владение городами и важнейшими железнодорожными узлами Малацкий и Брук, сильные опорные пункты немцев в полосе Карпат. 13 апреля. За владение на территории Чехословакии города Гадонин важным узлом дорог и сильным пунктом обороны немцев на западном берегу реки Мурава. 26 апреля. За владение городом Брно, крупным промышленным центром Чехословакии, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. Помните, как о них пели? Он всю Европу покорил. Нет, у него и в мыслях не было покорять. Он освобождал города, села, опорные пункты, железнодорожные узлы от насилия, горя, боли, печали, трагедий.
Он не покоритель, он освободитель. Они освобождали мир. Никакие потрясения, революции, войны не были способны сломить их силу духа и гордость за проявленные подвиги. Этот период был периодом переломных драматических моментов, когда легко можно было потерять ориентиры и чувство равновесия. И тем дороже была их победа. Она стала памятником победы над безумием, гармонии над хаосом, гения над злодейством. Вот такие строки написал бывший воин, совсем не профессиональный поэт. «Война зловещей тучей над Родиной нависла. Мы были молоды, совсем еще юнцами. А немец опытный в войне, он всю Европу покорил. Мы отступали. Села, города, людей родных теряли. Нет, мы не трусили, мы набирали сил. Прошло немного времени, мы воевать с фашистом научились. Погнали их от Сталинграда, Курска и Орла. Успехи на войне нам силы придавали. Победа скоро к нам пришла. Нам нужен мир. Нам нужен мир для жизни. И будет вечно Родина стоять». Мир и человечество были спасены подвигом духа. Он прошел через всю войну героем-победителем во имя любви, которая на всех поворотах истории и очень непростой жизни помогает человеку оставаться человеком. Демобилизовался Тоби Хамзатович в 1946 году после окончания высшей офицерской кавалерийской школы имени Буденного, город Москва, в звании гвардии-капитан. Но победоносца ожидало новое потрясение. Он стал свидетелем новых драматических событий. Мужественный защитник необъятной Родины, как оказалось, не мог, не имел права вернуться на малую, как сейчас говорят, родину, на Кавказ, откуда старого отца, мать и сестер вместе со всем карачаевским народом депортировали. У него отняли Кавказ. Свою семью он нашел в Казахстане на грани вымирания. Вот такая жуткая несправедливость. Но герои-фронтовики не смирились с этой участью. Бывшие фронтовики, самые яркие представители карачаевского народа, организовали делегацию в Москву к Хрущеву Никите Сергеевичу, лидеру страны Совета в тот период. В эту делегацию вошли мои родители. Отец Курджиев Тауби Хамзатович и мама Курджиева Кубанова Нузла Хачаевна, герой социалистического труда, которая получила эту высокую трудовую награду, самую высокую награду страны. Первая карачаевка, ставшая героем социалистического труда в неполные 19 лет в условиях депортации. Урусов Умар, тогда самый молодой участник делегации, свидетельствовал, что именно благодаря Нузуле, золотой медали на ее груди, им удалось встретиться с Хрущевым Никитой Сергеевичем. Делегаты добили справедливости, донесли правду, вернули народ на историческую родину. Через некоторое время после встречи карачаевской делегации с Хрущевым Никитой Сергеевичем был издан указ об освобождении всех высланных народов и о возможности их вернуться на свою родину. Это была еще одна победа. Победа над социальной несправедливостью. Людмила Осадчая, журналист, автор статьи «Звездная пара», нашла те самые очень правильные слова, когда говорила, что в их судьбе, судьбе четы Курджиевых, Нузулы Хачаевны и Тауби Хамзатовича, отразился тот трудный исторический отрезок времени, который пережил их народ, не сломленный ни на войне, ни на чужбине, достойно защищавшие страну от врага и трудившиеся, не покладая рук, во имя будущей победы. Чета Курджиевых была и остается гордостью карачаевского народа. И в нужный час их слава, их послужной список стали тем самым народным мандатом, который карачаевцы предъявили в самом высоком кабинете страны, когда стоял вопрос о защите чести и достоинства репрессированного народа, о его возвращении на родину. Мне кажется, что когда-нибудь в далеком будущем у наших предков, потомков, возникнет необходимость знать изнутри, через потрясение и мгновение, упреки и горечь сердца, обиды и недомолвки, историю репрессированных народов, эпопею их возвращения на родину, где были не только смерть, слезы и страдания, но и боевые подвиги, вдохновенный труд, любовь, чувство плеча, великая дружба, радости бытия. Пусть они обратятся к каждой конкретной судьбе.
История – это философия, основанная на примерах, говорили древние. Жизнь демонстрирует эту философию. Под грузом обстоятельств он, человек, может быть и таким, и этаким. Но так важны генетические программы, заложенные в каждом из нас. Со временем я поняла, что он, мой папа, крепко усвоил эту великую мудрость – найти и не потерять себя в этой тяжелейшей жизненной круговерти. Позволю себе предположить, он нашел для себя единственно достойную жизненную позицию – всецело следовать за перипетиями этого мира, максимально изменяя его деформации во благо каждого, кто обращался к нему за помощью. У Тауби Хамзатовича была богатая трудовая биография. Его помнят в средней школе имени Калинина в селе Мерке Казахстана, где он учил казахских детишек, учил жить, учил учиться, учил быть человеком. После возвращения на Кавказ он работал инструктором Карачаево-Черкесского обкома КПСС, председателем Карачаевского райпотребсоюза. Ушел он на пенсию, проработав долгие содержательные годы руководителем карачаевской конторы «Курорторг». Умел он работать и ненавязчиво, и умело учил работать других, так рассказывали сослуживцы. И сегодня бывшие коллеги вспоминают его с необыкновенным теплом. Рассказывают, что если он сказал «разгильдяй», значит, ты допустил недопустимое. Он обладал могучей силой сопротивляться злу. Он любил жизнь, жил красиво, достойно и щедро делился своим опытом. Он говорил, что истинная жизнь – это жизнь ума и сердца. Для многих молодых и немолодых людей он был ярчайший пример для подражания. Так говорят люди. А еще люди говорят, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Он не очень любил рассказывать о своей военной жизни, о боевой биографии, о ситуациях, которые случались на войне. Полагаю, по причине, чтобы не вызвать у детей какого-то негативного явления по отношению к этому. Но, тем не менее, вот помнится случай, человек, который был исполняющим обязанности командиром штаба разведки, в этот период он рассказывал, был случай, вышли на свою работу, в разведку, и попали в окружение, но отбились от большого количества фашистов, и не только отбились от них, но и захватили их в плен, привели их к себе в часть. И тогда руководитель генерал Плиев, когда ему доложили об этой ситуации, вызвал его и сказал: «Покажите мне этого карачаевского парня, который так себя повел». Папа пришел к нему и рассказал о ситуации, в которую они попали, за что был очень Плиев удивлен, приятно удивлен, и представил его к награде. Вот такие моменты, когда проявление мужества, отваги, потому что за ним стоит его семья, потому что за его спиной стоит его страна, его родина. И они не имели чувства страха или теряли его, и проявляли такие примеры мужества и подвигов, что они и сегодня вызывают умиление и большое чувство радости и гордости за них. Таких случаев было много. Потом он рассказывал, что по случаю, поскольку у него стаж боевой был большой, когда привлекались и молодые воины, то они им устраивали обучение прямо сразу после боя на этой территории, на территории только что прошедшего боя, победителями которого они стали. Вот такие интересные моменты, еще масса других происходили с ними в эти долгие, тяжелые военные годы. О Тауби Хамзатовиче писал Кайсын Кулиев, замечательный поэт такого же депортированного народа, балкарского. Его следы еще хранит Кавказ, его шаги еще слышны в ущелье. На горы наши он смотрел не раз, созвездия наши для него блестели. Спасибо за внимание. С вами была Баташева Фатима Таубиевна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора ученый секретарь Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований.